Купи текстиль, выиграй автомобиль. Под таким названием торговый центр «Текстиль Профи» запустил акцию. Розыгрыш призов состоялся на днях. На праздник пригласили и нашу съемочную группу. Яркие выступления, позитивные эмоции, отличное настроение. Торговый комплекс «Текстиль Профи» устроил настоящий праздник для своих покупателей. Центральным событием мероприятия стал розыгрыш призов. Сертификаты на отдых в подмосковных отелях, малая бытовая техника, телевизоры, товары из текстиля. Все это торговый комплекс вместе с партнерами щедро дарил счастливчикам, которые оказались в нужное время в нужном месте. 172-028. Я вас поздравляю, вам достается прекрасный подарочный комплект. Подарки получать приятно всегда, особенно когда их дарит любимый магазин. Екатерина Чернышова в «Текстиль Профи» приезжает минимум 3 раза в неделю. Сегодня домой вернется не только с покупками, но и вот с таким велосипедом. В основном текстиль, бытовая техника, продукты и одежда – все здесь. Выручайка наша. Действительно, в торговом комплексе «Текстиль Профи» есть все необходимое для покупателей. Конечно, основной упор здесь делается на изделия из текстиля. Огромный выбор постельного белья, трикотажа, штор, одежды для детей и взрослых не оставит равнодушным даже самого взыскательного клиента. У нас представлены производители и российского производства, турецкого, вьетнамского, китайского, иранского, туркменского. То есть нет той страны, индийского, той страны, которые бы не представили свою продукцию на нашей площадке. И поэтому у нас оптимальные цены для покупателей с хорошим качеством. Для удобства покупателей в «Текстиль Профи» открылся крупнейший в Люберецком округе батутный центр. Также на территории магазина есть спортивные залы. В общем, в этом торговом комплексе есть все, чтобы отлично провести день всей семьей. А если повезет, еще и на новой машине уехать. Сейчас, вот сегодня, мы разыгрываем автомобиль Renault Logan, который в течение полугода стоял на нашей площадке парковки. Каждый покупатель мог его видеть. У нас есть победитель, обладатель автомобиля Renault Logan, который любезно приготовлен. А вам за Армаду Жуковском и текстильный «Текстиль Профи». Аплодисменты нашей победительнице. Наталья Ичкалова везунчик по жизни. Признается, что часто выигрывала в детстве и юности. Сегодня она победительница акции «Купи текстиль, выиграй автомобиль». Чтобы стать участницей конкурса, Наталья купила в «Текстиль Профи» сумку для себя и куртку для дочери. Всего в этом розыгрыше у нее было 2 купона. Сначала нет, честно говоря, не поверила, что номер так сойдется прям. Торопитесь совершить покупки в «Текстиль Профи», ведь торговый комплекс уже запустил новую акцию. В ней могут принять участие все желающие. Главное условие – совершить в магазине покупку на сумму от 2000 рублей. Один чек, один купон с уникальным номером. Количество купонов не ограничено. Следующий розыгрыш призов состоится 19 августа, а 16 декабря «Текстиль Профи» снова разыграет автомобиль. Мария Лапычева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.